Разговор о проектной деятельности в сфере туризма продолжился за круглым столом в Доме правительства. В нем приняли участие члены правительства, руководители предприятий туриндустрии. Руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов впервые в Чувашии. За короткое время ему удалось побывать на многих туристических объектах. Амазонию гость оценил как очень удачный проект, в который вложились и государство, и частный бизнес. В свое время, конечно, было принято очень правильное решение. Активно ведется работа. По плану у нас в этом году должно быть сдано 7 объектов, обеспечивающих туристской инфраструктуры до конца года. Нам представляется это очень важным, потому что усилен наш совместный контроль за эффективностью использования бюджетных денежных средств. В этническую Чувашию уже вложено около 3 миллиардов рублей. Миллиард из федерального бюджета. Главный инвестор проекта – ЗАО «Три Групп». То, что совместными усилиями удалось реализовать на данный момент, и то, что еще будет построено – это действительно предмет гордости, подчеркнул глава Чувашии. Этот проект «Этническая Чувашия» – это же тоже история нашего российского государства, нашей Чувашской республики, народа Чувашской республики. Без истории нет традиций. Без традиций нет культуры. Да? Вот мы хотим развивать культуру, и процесса глобализации не дадим какие-то моменты, чтобы выпали из истории.